Так, смотрим. Ну, при входе вроде бы уже цивильненько все стало. Смотрю, ну, конечно, обои отходят здесь. Вон они. Ну, это ладно, уже можно глаза закрыть. Мелочевки совсем. Звонок перестал работать. Может, электричество, конечно, выключили. Здесь, ну, по стене, ну, конечно, тяп-ляп. Сделаны, ну, более-менее выровняли, конечно, все равно кривовато чуть-чуть. Вот, ладно. Пойдемте. Туалет. Вот, но все равно есть недочеты. По поводу плитки, была где-то пустота, так она и осталась. Хотя вроде бы видно, что плитку переклеивали, но... Ладно, бог с ним уже. Плитку сами сделаем. Хочешь сделать сам? Хочешь делать нормально, сделай сам. Ну тут счетчики. Дальше у нас получается идет сам коридор. Здесь, кстати, были, говоря, обои наклеены кусками, но здесь вроде бы они все переклеили, кусков обоев уже не наблюдается. Потолок здесь нормальный был. Вот, в принципе, здесь вот все нормально. Это вот коридор. Вот. Заходим на кухню. На кухню, в принципе, здесь все ровно. Вот. Кухня вот так вот. Там коридор получается. Вход на кухню. Вытяжка здесь. Ну и получается стены пошли. По обоим здесь все в порядке. Замечание. Нужда сказка. Там у моря, вон там впереди море. Попробую увеличить, если получится сейчас. Вот, там у них туман сегодня сильный, температура, видать. Там море. Вот. Температура, видимо, у них меняется. Ну, таксист сказал, что у них погода меняется, поэтому такой сильный туман. Говорит, скоро будет тепло здесь у них. Вот. Так что вот так вот. И там вот тоже облака. Тоже туманность какая-то впереди. А так вообще сегодня солнышко у них светит. Так красиво. Просто погода шикарная. Волшебная погода. Открыл. Это окна запотели. Вот. Там тоже впереди. Ну и ну, сейчас его плохо видно. Вот так. Вот. Ну, здесь мелкие недочеты не были, вот допустим, вот здесь вот небольшое повреждение. Так в целом здесь все нормально. Ну, окна они чуть подгубили. Это вот такой вот балкон получается у нас. О, запотели окна, дома тепло, на улице чуть прохладно. Вот. О, какая красота! Вон южный квартал стоит. У них тут снега вообще нету. Снега нету, солнышко светит. Так, ну вот. Издалека вот так он выглядит балкон. Раз и два. Ну вот, все, двери мы тут закрываем, закрываем. Идем дальше. Дальше. Заходим сюда, тут получается еще один маленький коридорчик. Здесь вот на потолке было повреждение, трещина, но вроде не ее убрали. Вот, по обоим здесь вроде бы все в порядке. Как бы сильных замечаний нет. Ну, угла там поперчится немножко, но не сильно. Вот, так вроде бы здесь в целом все нормально. Вот, с этой стороны получается маленькая комната. Вот так вот дверь, маленькая комната. Заходим сюда. Вот, здесь вот такая небольшая комнатка. Вот она. Вот. Ну, здесь по комнате вроде бы тоже все в порядке. Здесь особо таких сильных замечаний не было. Обои здесь ровненькие. Вот. А, ну, единственное, у них здесь вот получается вот такая вот неисправность на этой самой балконной двери. И вот еще комната. Постоянно пищит от штукенца. Сейчас я спрошу, что это такое. Ну, это, я понимаю, пожарная сигнализация. Вот, заходим сюда, ребят. Здесь еще один балкон. Вот такой балкон.
балкончик. Тут тоже, смотрю, на балконе они все отбелили. В общем, по-человечески сделали, хотя про балкон-то мы вообще как бы не говорили. И здесь фасады тоже поменяли. Вот, остались здесь мелкие неисправности тоже по тому самому, по окнам. Вот. Ну, и здесь вот она, уже красота. Прям. Ой, дышу свежим морским воздухом. О, воздух тут хороший. Ну вот, и вот так вот балкончик выглядит. Раз, сюда, вот так вот. Вот так. Вот. Какая красота. Так. Здесь. Там защелки окоцаны. А, не, вроде все, соскочило просто. Вроде бы все открывается, закрывается. Да, вроде бы, да, что-то подрегулировали. Тоже окна начинают потеть. Вот и комната. Ну и радиатор здесь тоже поменяют, на нем тоже повреждения есть. Так, вот. В принципе, вот такая вот комнатка. Это маленькая, которая идет. И дверки вот такие стоят. Получается, раз, захлопнулись. В принципе, ну, стандартный выключатель прямо за дверью, получается, интересно. Розетка тут была сломана, ребята ее поправили, закрепили. Это розетка, такая ванна получается. Ванна, в принципе, простая ванна, такая достаточно. Есть небольшая ниша такая. Там получается сосушитель. Сушитель, кстати, работает. Теплый, горячий. Здесь датчики идут. Ну, раковина, смеситель и сама ванна. Такая ванна. Счетчики. Ну, по ванне тоже видно, что они подмазывали. Здесь где-то углы. Смотри. Там висит ванна. Дорога, это ванна. Потолки тут нормально, это плафон. Здесь плафончик есть сверху. Вот. Тут будет гореть. Как тут? Такое ощущение, тут электричество просто выключено, потому что ни лампочка, ничего не горит. Вот. Ну, в принципе, здесь все по ванне. Остальное понятно. Вот. Идем дальше. Вот комната. Большая комната. Там, извините за бардак, вещи бросил. Вот. Здесь вроде бы по обоям, в принципе, все нормально. А здесь единственное, здесь на этой стене. Тоже, смотрю, подделали все. Ну, снизу чуть-чуть грязноватые обои. Где-то чуть-чуть они подляпали, но это можно протереть. Вот. Немножко вот так вот отходит здесь. Даже не видно особо. Ну, в общем, где-то грязные чуть-чуть обои есть. Где-то немножко отходит, но не сильно. В общем, видно, что ребята что-то делали. Ну, вот. Здесь радиатор тоже будет меняться. Вот. Комната, которая без балкона. Вот так здесь все выглядит. Вот такая комната. Вот так. Шикарная комната. Большая. Вот. С другой стороны. Вот такая вот комната. Шикарная.
Ну и вид из окна. Вид из окна здесь у нас во двор. Не знаю, да, на GoPro снимала, заснялось это все или нет. Во дворе уже машин много, побольше стало. Площадка. Вот, ну и дома. Здесь. И вид вон там вот, на горы. Так что вот так вот. Ну и с окнами здесь то же самое получилось у нас. Окна в царапинах, здесь царапина, здесь царапина, здесь царапина. На подоконнике мелочи, ну это вообще мелочи, но... Вот, в принципе, так в целом все сделали нормально. Так, все, пока делают окна, меняют, нам пришли. Все получилось в один день. Приехали сразу и окна, делают окна, меняют уже, вот. Дальше поеду я пока ключ заберу от почтового ящика, так что так вот, может быть, сейчас, если повезет домой, вот так вот они висят, сразу не увидел, начал там искать, а там пусто, смотрю сбоку, бац, вот они ключи, вот так вот вешают, если кому интересно, сейчас я их сниму, и все, и закрою. Ключики от почтового ящика забрал. Сейчас окна поменяют, все проверим, воду перекроем, электричество выключим и подпишем документы, заберу ключи и все, покачу данные. Ну, ребята, вон наш дом. Иду подписывать акт приема передач. Вещь оставил там. Бабульки сидят, отдыхают на скамеечке. Воздухом дышат свежим. Тут им вообще красота. О, иду сейчас по аллейке. Ее еще не до конца сделали. Но скоро, наверное, сделают. Тут все будет красиво. Туда путь держу. Вон наш дом. А здесь это управляющая компания. Сейчас еще там пару вопросов надо будет решить. Как производить оплату. Жилой комплекс Гаргиппи. Так, где-то вот здесь, вот в этом доме. Торцион находится управляющая компания, по-моему. Ни разу здесь не был. Сейчас буду искать. Вот. Если повезет, может быть, сгоняю на море. Добегу. Если время позволит, хочу сегодня сделать дела и сразу же уехать. Так что так. Так, ребята. Бегу обратно домой. Акт приема передач подписал. Домой имеется в виду в Гаргиппи. В общем, образовалась новая фишка. Надо пломбировать счетчики. Да? Вот. У них запись сегодня закрыта полностью. Но по счастливой случайности, когда я позвонил женщине, она сказала, что она сможет подойти и опломбировать счетчики. Вот. Потому что она где-то там у нас в доме находится. О, дорогу перебегаю. Я сказал, сейчас через 5 минут буду, поэтому бегу. И все. И я закончил по квартире. Если повезет, сейчас, может быть, до моря сгоняю. И домой погоню. Так что вот такие вот дела. Вот как раз дом. О. Бегу. Фух. Красота. Вот эта аллейка. Люди гуляют уже, которые построили. О, о, воздух прям морской. Свежий-свежий. Фух, подышу свежим воздухом. О, собачки гуляют. О, красота на улице.
все. Ребят, поменяли окна. Балконная дверь, оказалось, это просто была грязь, что-то намазал, типа штукатурка. Нет, оттерлась. Все, сейчас пойду возьму Валерия Сергеевича ключи, последние, да, мы с ним подписали уже. Девушка, я тоже акт уже подписал, в принципе, со всеми вопросами разобрался, теперь... На кадастровый учет сказали, в течение ближайших дней дом поставят, и можно будет оформлять собственность. Вот, в принципе, все. Так нам поможет.